Это 100 берез, которые уже летом, как они прижились, я показывал, как их садили. Ось, как они прижились, вот это березы ось. Такие. Зараз я их усі 100 и покажу. Тут, конечно, не так будет, как хотелось, но будет. Буде. Зараз. Так вот так. Починаем дивитись. Вот так ці дивляться. Я зараз покажу не усі конечно правильно. Видно. Такі листочки на них. Саме тому. Отакі листочки на них. На них короче листочки. А я там буду показувати питання. Питання покажу листочки, вот какие они. Ну и еще все остальное. Как я и обещал, я не знаю, кто слышал, кто не знает, что я обещал, что я покажу, как вот эти 100 деревьев прижились летом. Что из них вообще будет, как оно вообще будет. Вот оно, вот как. Вот так вот и выглядит. Тут уже все травой заросло, где они... В общем, были посажены, не видно. Так. Что я думаю, все хорошо. Не все, конечно, веточки с листьями, но думаю, будет получше в следующем месяце. Пока у новых деревьев только так. У новых деревьев. Вот, даже листья испортились, не все, конечно, деревья прижились, вот. Не все прижились, но большинство прижилось. Вот такая вот красота. Всі дерева прижились тут правильно, тому треба їх, я не знаю, що, хтось щось не зробив до них. Але я показую по факту, як воно є. Майже усе на них прижилося, але от не всі ветки з листями. Половина веток попортились, я не знаю из-за чего, но так может из-за погоды, может еще что-то недополучают, вот. Вот, половина листьев пожелтела, попортилась вместе с ветками, ветки протухают, я не знаю, чем это связано. Ну вот, на этих протухших ветках есть свежие зеленые листья, поэтому не все так печально могло показаться, вот. Не все так печально. Вот такой красивый вид имеют деревья при светлоте
их плохо видно, потому что это на фоне других деревьев, поэтому я буду показывать со всех сторон, поэтому дольше видео будет длинно, долго видно. Я покажу так, где покажу. Вот. Ось я думаю, нет. Ничего. Щоб нічого не показувати зайвого, а показати тільки то, що треба показати. Глядачів, звісно, мало буде на цьому відео, але вони будуть то, тому що я роблю відео, хто пойме, хто зрозуміє, хто пойме. Тільки це моє відео. Я ради просмотра, а то ради деревьев его перелетал. Деревья вот как-то так, а ну ради деревьев его. Без комментариев. Ветер поднялся, поэтому плохо чути буде, погано чути, плохо слышно. Ну а это даже лучше деревьев я показываю. Тоже со звуком робит, а это такое диво. Видео выходит ровно первого дня лета. Первого дня лета видео выходит. Во сколько времени я не говорю, но оно выходит, потому что снимаю я его днем. Ромашки мы еще какие-то вещи, но я на них не буду акцентировать, в общем, увагу вашу привертать. Небо, оно с тучками, но позволило выйти, дождь целый день идет, но небо позволило выйти снимать, потому что мне хотелось снять летом, потому что я обещал показать летом, а дальше я про лето не знаю, что оно будет или что оно будет вообще. Вот. Так вот. Меня плохо слышно, знаю, ветер дует, у меня микрофона нет. Поэтому плохо слышно. Я извиняюсь. Выбачаюсь, зима. А тут солнечко светит тоже добренько так. Даже чиясь ленточка сбереглась, але я не знаю, что там оно таке, на что вони ленточки туди намотували, что воно так не було. Можливо, хтось так захотів. Я не знаю. Thank you.
Ну, а ми показуємо далі. Далі показуємо. Ось. Тут отак усе. Як воно літом, літом воно ось так ось. Літа вай ходить. Пішов, пішов, куди його те, тому вай. Ми та вай не чіпаємо, та вай не чіпає наш. Тому ми знімаємо далі. Некоторі ветки от вже валяються. Мне нет сейчас монтажа, поэтому без монтажа будет видно даже говно, войну, короче говоря. Я извиняюсь. Вот солнышко навіть видно. Ось такое тут, без коментарів, я не знаю, що це, але воно на березах, березах, коротше, тут є, ось що я хотів показати, вони ось такі от штуки, що воно таке зараз, максимально немудно, що можу зробити, то от показати от такі странні штуки, що це таке, і на одному дереві більше ніт на це виросло. Кто знает, что это, пожалуйста, напишите. Напишите мне лично. Вот так вот. Даже тут чье-то имя, чье-то имя стоит. Бумажка еще осталась подписанная. Я на прошлом видео показывал, как подписано. Моим именем бумажка там была. Поэтому я лично свое имя показываю. Чтобы не показывать чужое. Имя чужое. Не знаю, что это за цветок. Но он максимально вот такой вот. Колючий еще, как назло. Как назло колючий. Тому, у кого... Ну, в общем, колючий. Знает, что это такое. Тот поймет. Я не знаю, как это сказать, потому что я ничего про этот странный цветок не знаю. Опять же, так и возвращаюсь к деревьям летом. Не только деревья, летом цветы, трава, все такое. На чем хочется тоже акцентировать внимание. Поэтому летом максимально вот, вот такие цветы.
это вообще как бы без лета. То есть с ветками, но без листьев. Листьев нету тут вообще. Ну, это дело такое. Вот как оно выглядит, заяц. Тут даже люди ходят. Ось так воно тут виглядає. Ось, ось. Тут теж такі штуки повертали. Ось, ось. Тут же сонця. Нема, там уже назад тучи, хмари. Тут то дело вот такое. Видео получается, потому что я покажу детально все деревья, потому что я их покажу. Так, то видео получается, тут ветки пообломал, видео получается поэтому длинное. Вот тут ветки обломанные. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, скоты, люди. Скоты уже успели ветки поломать. Наверное, кто-то думает, что так лучше будет дерево, но я думаю, что оно максимально лучше так не будет. Не успело дерево вырасти, уже ветки пообломать. Я не знаю, если дождь сейчас пойдет, то будем под дождем снимать, потому что я сейчас буду снимать до конца. И мне уже ляпает на тут, поэтому я не буду говорить. Без комментариев заранее. Я не остановлюсь на полпути, потому что я уже снял половины видео на данный момент. Вот кто-то все ветки пообламывал. Ну я не знаю, почему все ветки пообламывали. Наверное, ветки пропали. Кто ж пообламывал все ветки? Ось навіть собаки лають. Добренько тут гуляють усі. Нікого не чіпають, але лають. Тому дерева, бачу, воно потрібні. Нужні вони людям. Собака поздоровалась, хотіла у відео попасти. Один раз в жизни попасть на ваш пидошный гиббон можно. Можно тут детальнее. Потому дерево вернусь, вот тут ветки пообламывали, вот. Я не знаю, что вы так делали, но это делали. Вот этот странный пуш. Я сейчас кругом обойду и запутаюсь. Почва, дерево, почва всякая, что уже ушли с собакой. Все мои комментарии, которые я хотел бы сказать,
По поводу не деревьев, я не знаю, слышно меня, иногда может быть плохо, иногда хорошо, это зависит от того, как ветер дует. Что бы я хотел сказать по поводу деревьев, я говорить буду лишний комментарий о том, что я думаю в принципе об этом или о другом, я говорить здесь не буду, поэтому все, что я вижу, я пропускаю. Вот уже какие-то ветки оборвал. Довольно-таки длинные ветки. Поэтому я не знаю, выросли ли у этого дерева такие ветки, но судя по вот этой вот ветке, она в полтора раза короче, чем вот эти вот ветки, которые вот тут лежат. Поэтому тут конкретно сказать я не могу. Вот то, что собаки тут гуляют, галкают, это хорошо, как бы удобрение дереву не помешает. Не буду комментировать, какие именно. Кто знает, тот поймет. Я показывал войну. Ну, а деревьям что надо, это удобрение. Тоже надо, не только поливать. Ну и погода как бы дождливая. Так что, думаю, погода польет. Погода не обидит. Думаю, погода не обидит. Ромашки красивые, вот. Поэтому думаю, что, собственно, я неправильно сказал, где я. О, вот тут почки зеленые. Я не знаю, что оно будет. Ну, показываю так, как есть. Меня монтировать сейчас в данный момент нету как возможности. Поэтому показываю все без монтажа. Поэтому, если что, вдруг чего, я изменяюсь. Это никак не уберу с видео. От того видео и длинные. Я кто кажет долгое видео. Сверху они потемненно, а снизу вот так. Ну как сказать? Как сказать? Мы никуда не спешим. Никуда не спешим, поэтому вторая часть видео про бирюзы. Про те же самые, которые уже летом. Другие. Можно успеть. Показать максимально. Хорошее видео вместе с посадками за него час. Я не знаю, может чуть больше, может чуть меньше, я не помню точно. Поэтому вот это видео. Тут немножко детально с листиками, все такое. Я ее уже больше. Поэтому и видео будет длиннее. Блин, наступил на эту штуку, так уголовался, думаю. Короче, без матюков не скажешь. Без мати. Как один мудрец сказал, тут без матюков не разберешься. Я не буду назвать имя.
Это только ветерок мою душу обвивает. Так хорошо. Вроде бы холодный ветерок, но летом это хорошо. Хорошо так, максимально такая хорошая погода. В общем, погода такая очень хорошая. С холодным, правда, ветерок. Постоянно что-то прилетает. Вот. На голову какой-то пух летит. Еще какое-то такое. Непонятно. Так. Долго снимать. Рука устает снимать, но надо. Ну надо. Потому что это как бы в маме. Вот вы, что зрители смотрят, слушайте, можете мне сказать. А я не буду такое пить, так смотрю. А я трещит как снимаю. В первую очередь. Я посмотрел, вспомню. Что были вот такие деревья. Потому что неизвестно как, спилят их или что будет. Мы же в следующие годы будем жить. А во имена памяти этого момента только за Ютубом. Если Ютуб. Снимали в телешопное видео. О. Только так. Потому что деревья сейчас рубят, я показывал на других видео, я не буду сейчас напоминать на каких, не хочу об этой теме говорить, но чтобы сохранить память об этих деревьях, я не знаю сколько они простоят. Ой, колючки вот эти, вот такая вот вата мне на голову сыпется. Я не знаю, может это с этих деревьев, а может других каких. В общем, вата сыпется, вата. Да, вонючая вата. Я бы сказал, да не буду рекламировать другие каналы. Я бы сказал, да не буду. Потому что реклама других каналов не проплачивается у меня. Я таким не занимаюсь, потому как я не умею это делать. Кайницкий или Кайницкий, Иван Кайницкий, а вообще не важно. Ну, в целом я как-то донес, что там написано, потому что кто-то, видимо, подписал еще раз. О, солнышко выглянуло. Может, дождя не будет уже, а может, не будет потом. Тут не угадаю, что солнышко спряталось, то солнышко выглянуло. Солнышко, короче, высыраюсь. Без хмара ходим назад. О, прячется, в общем. Вот такая тут вата. Наверное, это все-таки с дерева этого вата. Вот. Такая тут вата. Даже собачки гуляют. Да. Таксочки. Еще какие породы тут были, я не буду говорить, потому что я точно в породах не понимаю этих. Вот таксы знаю, это таксы. Остальные породы, которые тут были или могут быть еще, я не знаю.
поэтому говорить не буду. Я просто показал то, что на данный момент мог показать. Собака пришла, собака ушла. Я же тут остался дальше снимать. Залышался снимать. Вот тут такие листочки. Немного тут не знаю. Я много не знаю, что об этом говорить, но вот. Всё, да и ветер дует. Если повезёт собака, пойдёт небольшой покормить собаку. Если повезет. Такая вот собака. Уже холодно становится. Ветер такой пошел. Ледяной пошел ветер, наверное, к дождю. Как сниму, так сразу потопаю домой. Видео сниму, потому что тут как бы не летняя погода. Дожди, холодно. Ветер, когда холодный обдувает, то холодно. А так он вообще тепленький дул. Ветер, ну. Ветер дует тепленький не всегда. Ветку показать, чтобы ее было видно, чтобы не было видно. Чиняк у них там как это. Работы. Так снимал, так не снимал. Пил видео вообще. Вот так. Не снято. Не ты, что поменяемо и дивиться. Той мешо дуже довго, що чекати закінчення відео. Але 100 дерев він не буває швидко, щоб показати. Це буде що то, я не поняв. Чи то 100 дерев, чи що. От таке велике дерево, як вам його показати. Велике дерево. Большого. А внутри? Ну, что я скрывать буду? У меня монтажа нет, скрывать. Вот такие вот деревья. Такие вот деревья. Вот. Кто-то чем-то его перевязывал. Тут на ноги деревья так. Только в вегетарии не покажу. Вот.
Не изменяет. Дерево пропустил. А тут же главное посмотреть на ветки. Я не все ветки буду приближать. Я думаю, будет и так видно. Ну, если каждую ветку приближать, то будет... Если каждую ветку приближать, то уже будет совсем длинное видео. Оно будет никому не надо, и меня забанит YouTube за то, что я тупо его засорил. Поэтому вот покажу, тут желтенький. Ну, не могу, конечно, точный цвет передать. Желто-зеленый цвет, я думаю, будет видно. Желто-зеленый цвет. Мне спешить некуда. Поэтому успею снять все. Спешить некуда. Хорошо. Главное, чтобы дождь не пошел. Хотя дождь не помеха для видео. Мы все проблемы решим. И с дождем тоже, если будет дождь. Я уже половину видео снял только что. Да-да-да, это только половина. Я напоминаю для тех, кто смотрит. Это только половина видео. Я абсолютно все показать не могу, но я могу показать более детально. На ветках видно. И хорошо. Тут маленькие такие листики. Маленькие. Поэтому все особо приближать. Думаю, не надо. Как-то так вот. Поехался я уже. Я уже упоролся. Вот. Такие листики. Куда не пониже, поэтому пониже показать все-таки легче. Легче листики показать пониже. Там они такие же, но просто я их там не буду приближать. В этом как бы нет смысла все приближать. Потому что сами понимаете, время видео не бесконечно. Бесконечно, никому ничего не надо. Все говорят, как бы бесконечно. Там мир бесконечности не любит. Вот конопля. Это конопля. Я ее максимально мутную снял, потому что это конопля. А я не хочу коноплёй увлекаться тут показывать. На видео, если получится, максимально получится. Я даже адрес оставлю на видео, чтобы потомки могли подойти, посмотреть, что. Тут, да, действительно, эти деревья на данный момент есть, или уже нет. Адрес я не буду подписывать. Я его покажу в видео чуть позднее. Адрес вот так. Ой. Вот так и дырявца. Вот так и дырявца. Собачки вот такие вот.
если все давай показывай, то спалился. А палиться не хочу. Все давай пока. Спаливать время, спаливать ваше мнение. Вы будете думать, что я показывал, лишь бы показать. Куча трамвая, куча всего, они просто едут, поэтому они деваться некуда. От них деваться некуда, это не я краево показываю, это кривое дерево, такое краевое. Дерево такое краевое. Я напоминаю. Дум-дум-дум. Сейчас, чтобы не сбиться. Будет еще возможно. Будет еще возможно больше веток. Если будет хотя бы 10 лайков, то когда будет много веток, или много веток. В общем, короче, больше будут деревьев. Я еще раз покажу. Мне же не сложно. Вам приятно, мне не сложно. Барбос такой ходит. Тут еще какой-то барбос ходит. Галка здоровается. Молодец. Ну, псы молодцы вообще. Любят видео, снимаются. Здороваться. Хозяева не хотят их снимать. Вот что? Снимать типа видео. Ну, вы дали джазу. Всегда люди говорят, а зачем мне сниматься на видео? Что вообще как вот? Тут уже нет, поэтому я рядом не ревью. Вот, собственно, обошли, но вот это дерево есть. Будет все вспомнить. Собаки ведь любят видео. Любят видео, говорит хозяин. Этого, конечно, было не слышно. Но говорит, собака то ей нравится камера, то она, короче, и галкой позирует. Позирует собака. Ну что поделаешь? Все хотят на видео. Все хотят на видео. Молодцы. Уважают труд человечества. Видео снимать — это большой труд.
Дерево. Вот такое вот дерево. Ветка уже у него упала. Я его просто не смонтирую, если останавливаю. Поэтому останавливать не буду. Как я и обещал. Максимально быстро и получится, поэтому по осторожности. Адрес Донецкая СССР. Ой, СССР. Ой, боже. Не выговаривай это слово. Донецкая СССР. Ой, СССР. Донецкая. Донецкая СССР. Донецкая СССР. Ой, ну. Могу. Не могу выговаривать. Ой. Немного другого ракурса, немного не так. Ну, что поделать? Ну, что поделать? Любят сниматься. Потом еще вот этот ряд проходить. Вот тут мы уже прошли ряд. Вот так как-то. Про большие деревья я ничего не обещал показывать. Поэтому большие деревья, где есть какие-то, уже лично знаете сами. Я задался темой 100 берез. А если я задался этой темой, то я на этой теме и буду держаться. Не часто, но максимально долго. Потому что вы видите, что видео не быстрое. Вот дерево. Красивое, много веток, не обломанный. Что такое вот? Что вот такая вот?
Ой, я уже пересохло. Понимаете, целый час я водичку не пью. Мне надо водичку пить. Не надо пить водичку. А я водичку не пил. В общем, после видео пойду попью водичку. Тоже будет не тут и не тут. Все-таки жарко как-никак. Как-никак жарко. Спекотно. Лето все-таки, хоть и ледяной ветер, но лето. Что ж, надо понимать, скидку делать. Что она действительно вот такое. Вы видите, я иногда захватываю не те куски, потому что я хочу немного захватить не те куски, потому что это я так хочу. Знаете, без комментариев, потому что я как будто бы вот эту часть прохожу гораздо быстрее, чем ту. Но я не знаю, почему так возможно, потому что даже не могу сказать, возможно, почему. Время в трамвае. Если максимально без трамвая, то такие вот тут веточки. Я вижу вот тут вот первые деревья, на них больше веток. Это вот какие-то такие деревья, на которых больше веток. Так вот. Оно выглядит. Но хотя вот тут ветки кто-то пообламывал, поэтому тут их не может быть много. Тут их кто-то пообламывал ветки. Так как бы хорошо сделали, приятно. Приемную добрый зробила тут такую посадочку. Что, собственно, так как бы быстро проходит, я не знаю, почему он чем она связана. Возможно, между деревьями переходить сложнее, чем вот так вот. Без комментариев. Но все равно время занимать много. Если временем мерить. Если так, то да, быстрее. Но любимые мои деревца, потому что я как могу не любить деревья, если они дают кислая. Была бы моя воля, было бы больше деревьев, но их все испортят и все их уничтожат. Так что дерево даю уже побольше. Потом его сохранить. А горить никаких сил не хватит. Вот купить, в принципе, возможно, но негде посадить, пойдут, сломают просто так. Кто сломает и где, это уже каждый по-разному. Не угадаешь, когда как будет, когда официально, когда неофициально, но оно так или иначе приходит к тому, что дерево сломают. Хотя тут большие деревья есть, хотя тут такая же живность есть. Расслынность.
Эдвард. Puedes ver, ya se pisa una fotoaparato. La situación no se pisa una telefón. Вот посмотрим, как будет мне. Вот мне, как будет лучше. Вот посмотрим. Я пока об этом ничего не знаю. Но, видишь, пока качество нормальное, вроде бы. Не подводит. Конечно, не идеальное, как кино снимают. Но и них плохое. Калюжа ось. Уже. Кто-то лука накидал. Лук он и в Африке лук. Луковицу кто-то кинул. Бог начал опаять так. В общем, я его уже не хочу идти. Я его уже не хочу. Вот так вот. До отметки час сейчас дойдем. Через вот будет. Я... Максимальный размер первой части видео был. Максимальный размер. Я извиняюсь. Вот дико извиняюсь. Вот дико извиняюсь. Ну, максимальный размер видео был. Поэтому в одно видео. Может, не удастся смонтировать, может, как. Пока заговаривать не буду. Если мне не удастся смонтировать, то оно будет двумя видео. Если удастся, то будет одним. Ну вот, в общем, как-то так. Деются. Что сказать? Если час прошел, видео остановилось. То и ничего не скажешь. Кроме как. О возможностях, которых в данный момент у меня нет. Поэтому не унываем, мы смотрим видео дальше. Если мне не удастся это видео записать полностью, то
Я могу попробовать трансляцию сделать в следующий раз. И сегодня не буду обещать, когда и попытаться могу. Все, попытка не пытка. Попытка, как говорится, не пытка. Вот мы прошли первый ряд, поэтому мы вот сюда переходим. На вот этот вот ряд. И снимаем. Снимаем. Сниматься-то некуда, снимать-то надо, я же обещал. Обещал, значит, снимать буду. Не помню кому, не или помню, но не хочу говорить, ну, не суть, короче. Зрителям обещал. Тут дерево растут реже, чем те. Поэтому их и показывать может быть быстрее. Не суть. Ой-ой-ой! Сюда идут такие вот. А сюда дело есть. Тут немного. Цветы, цветы, цветы. Цветы, цветы, цветы. Вот. Как бы ничего не упускаем. Ой, нагнулся в общем. Вот такое вот дерево. Ой, забыл я совсем. Показывал ли я вот это дерево? Или нет? Ну, максимально, конечно, возможности нет, все. Помнить, что я тут уже показал. В общем, чего не помню, того не помню, но показываю, как оно выглядит. Thank you.
как-то вот так садили. Садили тут как-то. Ну, вот так. Это прям на видео не описать. Ну, посады як садили, сажали. Вот так. Я не знаю, что мне, конечно, хорошо про такие видео, но записывать довольно-таки нелегкий процесс. Дома, наверное, лежа на диване, но и то выдержал посмотреть. Выдержал, да. Называется проблема. Видео порвалось. Порвалось у меня. Видео у меня еще было, что делать, когда ноутбук не работает. У меня временно не работает ноутбук. Поэтому решать эту проблему. Буду дома, не знаю как. Проблему с монтажом видео, чтобы соединить видео в одну. Я не хочу куча видео, потому что мне там вот эти деревья, я тут, эти тут, что? Как? Так почему? В общем, да, в общем. Не могу сказать. Я не могу описать. С пухом. Как бы каждое расстояние небольшое, если проходить, если снимать на видео, то довольно-таки долго получается. Сложно тут, конечно, ходить. И умахно. Целый час, если ходить, то можно устать. Одна я видео просто я снимал. Тут было много людей, поэтому я не устал. Поэтому я не устал тогда. Вот такие веточки еще. Велосипедисты проезжают. Да. Вы молодцы, если кто заметил. Я мельком показал. Но тот, кто это заметил, те молодцы. Потому что это не то, что я показывал, поэтому я покажу максимально мельком.
Вот тут так. Солнышко выглянуло опять. Солнышко опять выглянуло. Ну, уже скоро кончится видео. Я уже конец, как вижу. Но акцию не делаю, потому что это конец. Но просто еще деревья хочу смотреть. Поэтому я не знаю, насколько близко конец по отношению к тому, что я показываю деревья. Что не проблемно, что есть проблемно. Туда же подписано. Шищенко Владик посадил в 2019 году. Вот тут уцелела надпись. Или не уцелела, ну, не суть. Судя об этом сейчас говорить. Вот это дерево. Пошли на следующее дерево смотреть. Пошлите вот тут. Так. Ой. Как сказать? Когда уже почти все деревья сняты, уже как бы легче говорить там. Какие-то деревья там 10-20. Погода в будущее время поставить трансляции, запускать. Пока мне об этом ничего не известно. Но это не на длинные видео, это максимально там 5, 10, 20, 30 минут, потому что длинные видео могут оборваться, а я буду как остолоп снимать. Там что снял, что не снял, куда оно остановилось. Как бы непонятно. Thank you.
со спины. Да. Вот. Да. Вата. По мне так это вата. Кто знает, что это тут? А, это вон с этого пуха летит, с верхнего дерева. Я не знаю, этого не видно, потому что я не покажу это никак, но с верхнего дерева летит пух. Я думал, это с этих может пух. Это с верхнего дерева летит пух, поэтому... Тополиный пух! Кто может песню вспомнить, вышел, когда была песня «Тополиный пух»? Я не буду ее говорить слова, потому что меня забанят. Максимально запрещенная песня тут, в данный момент. Тут и в данный момент. Но мы видим вот такие вот деревья. В данный момент мы их все равно видим. Куда же от них деться? Тут даже камушками кто-то уложил. Выклал, то есть камень не упал. Вот. Как на видео непонятно, сколько еще. Я и осталось, но я и точно не скажу, потому что мне надо бежать их считать. Тук-тук-тук-тук-тук. От дерева раз, от дерева два, как... Не буду я это, короче, делать сейчас. Потому что я тогда собью, так как у меня дерево снимаю. Поэтому давайте уже минут 5-10 максимально дотопаем туда. Максимально дотопаем туда. Тут уже веточки поломаны. Отломанные веточки. Ну вот это максимально. Это дерево, которое... Вот это дерево, которое... Плохо зеленость дает. Засохли веточки. Вот тут вот. Мы видим. О! То, что видим. Мы видим только то, что мы видим. Мы не можем видеть того, чего тут нет. По отношению к деревьям, по отношению к выкинутым игрушкам, вот в коронавирус мы игрушки не трогаем, поэтому пока же вот только так. И обзора не будет. То есть, если бы чистая игрушка была вне коронавирусное время, я бы мог ее показать на обзоре и просто оставить выкинутой. У меня такое бывало иногда, что выкинутые игрушки я беру чисто для обзора. Вот. И на том месте, где они выкинуты, там и показываю. Ну это так, на заметку. У меня есть такое видео. Из пены человечек сделанный. Ну и не только. Я не буду об этом говорить, потому что... Вот. Кто видел, кто не видел, тот... Не буду, короче, говорить. В общем, надо смотреть мои видео. И там будет понятно.
Потому что человечек был такой, и он как будто бы не мой, на кого-то дело на вуду, или что это, или просто человечек. Поэтому я его к себе такого не беру. Но показывал человечка. Что-то я вот вспомнил, на эту игрушку посмотрел, так скажем, вспомнил. Это уже и последний не ел я. Мы молодцы, кто смотрел это видео, поэтому я говорю, вы люди молодцы, поэтому я показываю, я молодец, и вы вместе со мной молодцы, что вы посмотрели это видео. Дерил я, они нам нужны, поэтому не могу уделить внимание много дерил я. Потому что много внимания для дерил я не бывает. Для дерил бывает, как сказать, внимания мало. Ну, вот как-то так. Вот как-то так вот. Листики, все такое. Вроде бы тут как бы и показать почти нечего. А времени занимает много. Опять видео остановилось. Говорит, нет места. Я извиняюсь. Вот, собственно, и конец дороги. Максимально вот. Три части видео. Я их соединю. Я извиняюсь, хотел выложить первого дня лета. Первого дня лета снимаю. Но, если я не выложу первого дня лета, то это чисто из-за того, что надо монтаж. А монтаж — это дело такое. Как получится, так сделаю. Не все от меня зависит. Сделаю лично его я сам. Всем, кто смотрел, молодец! Я уже заканчиваю на вот этих вот деревьях, на вот этих вот трех. Так что давайте всем, кто кушал, молодец, а я говорю всем, кто смотрел, молодец. Потому что выдержать это посмотреть можно, выдержать. А вот выдержать это снять без монтажа полностью на одном дыхание. Телефон не выдерживает. Останавливается, что-то такое. Вот дерево. Последнее дерево. Последнее дерево. Поэтому фух и все. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Больше я постараюсь
делать видео покороче, для того чтобы, или хотя бы с большим смыслом, чем это, потому что это видео имеет максимальное количество малого смысла. Поэтому спасибо тем, кто выдержал посмотреть это видео, ну или просто нажал лайк.